В Красноярске прошел финальный этап конкурса тьюторов. Эти специально обученные наставники будут работать в корпоративном летнем лагере компании «Русал». Туда съедутся более 700 детей-сотрудников. Задача тьюторов – проводить тематические занятия и выявлять таланты. Сергей Кузовков с подробностями. В этом году «Русал» вновь откроет корпоративный летний лагерь для детей-сотрудников компании. Более 700 мальчишек и девчонок, чьи родители трудятся на предприятиях «Русала», съедутся в санаторно-оздоровительный комплекс «Солнечный-2» из разных уголков нашей страны. Работать в лагере летом уже 8-й год подряд будут специально обученные вожатые тьюторы. Завершающий этап отбора педагогов креативной направленности прошел накануне. В нем на протяжении всего года принимали участие студенты различных красноярских вузов. Сеть отбора проходила около 80 человек. Осталось порядка 50 человек, включая тех, кто уже работал с нами в команде. Это у нас предпоследнее занятие. И, конечно, мы уже теперь определили, кто на что способен, кто что может сделать. У нас уже полностью разработана программа, разработаны сценарии каждого дня. Каждый знает определенно, что он будет делать и чем заниматься с детьми. Вожатый, он педагог в первую очередь, а тьютор – это профессионал в своем деле, который учит ребенка не по методикам, которые ему давали, да, там в вузе, а потому, как он это понимает. То есть ему проще объяснить, что вот, ребята, надо делать вот так. Вообще наша площадка дает возможность самоорганизоваться как ребятам, так и самим тьюторам. То есть это серьезный прорыв у людей. Вот здесь и вот здесь. Перед тьюторами стоят сегодня важные задачи. Работа в отряде, проведение тематических занятий, организация творческих мастерских и мастер-классов, позволяющих выявлять таланты ребятишек. Я вообще сама была ребенком «Русала» когда-то. И сейчас я думала, если я опять попаду в этот лагерь, то только в качестве тьютора, чтобы помочь детям также провести классное время, как я проводила его тогда. Добавлю, что в компании «Русал» программа отбора и подготовки тьюторов успешно реализуется уже на протяжении 8 лет. Если у вас есть свои новости, звоните лично мне, мой телефон 290-2-5504 или пишите на сайт afontovo.ru. Сергей Кузовков, Игорь Лобакин, Михаил Масленников, Афонтово. Новости.